Картина Виктора Постникова «Уголь Ленинграду», выполненная по заказу музея, поступила в фонды в 1947-м. Мы видим первый поезд М-720-24, который последовал из Воркуты в блокадный Ленинград зимой 43-го года. Локомотив украшен портретом Сталина, знаменами и транспарантами. Воркута – городу-герою, и Ленинграду 10 эшелонов угля. Уже в марте 43-го газета «Правда» писала: «Уголь Воркуты полноправно вошел в топливный баланс народного хозяйства страны. Его энергия приводит в движение турбины электростанции Ленинграда, локомотивы ряда железнодорожных дорог, корабли в Балтике и на Северном Ледовитом океане, плавит металл на многих оборонных заводах». В 44-м в адрес коллектива комбината «Воркута-Уголь» поступила телеграмма командующего войсками Ленинградского фронта маршала Советского Союза Леонида Говорова. От имени бойцов он благодарил шахтеров за самоотверженный труд. Всего за годы Великой Отечественной войны «Воркута» отправила для промышленности и фронта 6,5 миллионов тонн угля. В 1980-м паровоз М-720-24 был поставлен на вечную стоянку на железнодорожном вокзале Воркуты. Это наша история.